Добрый день, дорогие подписчики Игромании, с вами Лестер, мы продолжаем играть в Pledging, и так как у нас с вами, знаете, в прошлый раз не удалось пройти за вирус зомби, и тотальный пиздец не удался, я предлагаю создать тотальный пиздец версии 2.0. То есть сегодня уж сейчас, я думаю, эй, нолик не ставится, сука. Ну ладно, сейчас я что-нибудь придумаю. Так вот, собственно, друзья, сегодня уж, я надеюсь, действительно все получится, все удастся, я сумел вынести какие-то, я не знаю... уроки из того, что, как нужно играть за зомби-вирус. Я надеюсь, у меня это получится. И что ж, друзья, начинаем. Опять же, стартует болезнь в Китае. Да, вирус тотальный пиздец версии 2.0. Сейчас также, знаете, не будем предпринимать каких-либо попыток, но... попытаемся как можно больше заработать очков ДНК, как можно больше людей заразить. Ну и потом уже будем думать, что и как. Это во-первых, а во-вторых... сейчас, знаете, я уже, надеюсь, не совершу такой глупой ошибки, как в прошлый раз, когда просто я тупо взял и всрал все очки ДНК на распространение, потом мне просто не хватило очков для того, чтобы начать плодить зомби. Вот это, конечно, кал полный получился, но, друзья, тем не менее, все-таки ошибки мною усвоены, и я надеюсь, все будет сейчас хорошо. Да, можно использовать для развития болезни, но пока это незачем. Люди и так заражаются в Китае, несмотря на то, что примерно такая существенная у них территория на Земле в плане того, что как сука, я не могу выговорить слово, территориальных, вот, владений, но тем не менее, как бы их там, как ни крути, сколько здесь сейчас, считайте, 1,5 миллиарда, и, собственно, вот на вот этом клочке земли 1,5 миллиарда ютиться, это очень неудобно, поэтому, понятное дело, люди заражаются только так, потому что все там друг по другу ползают, во-первых, там, если я ошибаюсь, херово относится к жизни человека, она там вообще не ценится, потому что их так дохрена, там, налог за детей и так далее, то есть просто полный кал. И, собственно, неудивительно, что здесь люди все перезаражаются. Я, кстати, уверен, что если начнется, скажем так, апокалипсис за счет того, что случится какая-то болезнь, и, собственно, начнут все люди вымирать из-за нее, да, то я уверен, вот процентов на 70, наверное, что она зародится в Китае. А в остальные 30 я уверен, что в какой-нибудь стране третьего мира, в какой-нибудь где-нибудь в Африке, потому что все-таки там с гигиеной у людей, ну, как бы, это объективно, то, что люди болеют там... чаще гораздо, потому что там медицины совершенно никакой, ни финансирования, ничего, и загнуться там только так. Там, мне кажется, от обычной какой-нибудь простуды даже можно сдохнуть, потому что вас просто никто лечить не будет, херанет вам температуру 41, вам даже антибиотиков там не принесут, которые очень нужны. Все, я выговорился, подождите тогда теперь. Что-то у меня сегодня веселое какое-то настроение. Ну, просто сейчас пока все равно надо же подождать, пока люди позаражаются. Ой, смотрите, близлежащие страны начинают заражаться. Главное, чтобы пока болезнь не мутировала. Потому что сейчас мутирует. Так. Заражает все больше стран. А вы как хотели? Ой, в Россию добрался вирус. И еще уже очки ДНК срубили с России. Так, щелкайте на красные пузырьки, чтобы получить очки ДНК. Спасибо, конечно, я в курсе, как бы я уже сейчас как минимум минуту две на них щелкаю. Но игра вовремя все-таки относительно говорит это. Спасибо. Ну, в мире, видите, уже 5 миллионов, больше 5 миллионов заражено. Так, болезнь тотальный пиздец заразил больше людей, чем туберкулез. Это очень заразная болезнь. Ну, охренеть, смотрите, а... по сути, поглядите на стран, ведь охренеть, смотрите, как гармонично распространяется болезнь, то есть фактически вот вся, я не знаю, как правая верхняя часть планеты просто поражена нашей болезнью, тотальным пиздецом, он там уже разошелся. Особенно в Китае, видите, Китай потихонечку начинает бурлить, то есть очень... не кисло, так появляются красные точечки. В Индии даже 9 человек заражены. 9. О, 10 уже. Нормалек. Так, заразней ВИЧ. Ну, что я могу сказать? Есть вирус заразней ВИЧ, он, наверное, передается даже не только половым путем. Кстати, интересно, наш тотальный пиздец, он передается половым путем или нет? Мне кажется, да, друзья, потому что, ну, все-таки, если там через слюну, как бы зомби-болезнь, он симптомы начинают появляться. Болезнь мутирует, но, в принципе-то, и болезнь не кисло распространяется. Ценные данные имеются. На Карибы даже приплыли. Еще кораблик куда-то плывет.
Медицина тормозит заражение в Англии. Что ж, друзья, знаете, новая легкая болезнь. То есть, пока ничего серьезного, просто, знаете, врачи нашли легкую болезнь, решили назвать ее тотальный пиздец. Хорошо. Логика врачей, конечно, потрясающая в этой игре. Вот США. Знаете, сейчас уже пора прокачивать медицину, как ни крути, чтобы получше был адаптив и, собственно, прокачать климату приспособления. И, в принципе, пока хватит. Все, друзья, на этом пока прокачка останется. Закрывает аэропорт Новой Зеландии. Они охренели, что ли? В принципе, если в Новой Зеландии уже все больные, то окей, я не против. Закрывайте аэропорты. Болезнь, если к вам уже попала, вопросов нет. В России как три человека болел, так и болеет. Нехисло. Смотрите, кстати, тоже. Суки, вот Новая Зеландия. Вот она, где Новая Зеландия. Нет, у них теперь чисто только если морским путем к ним попасть можно. Канада дороги закрыла. Вот потаскухи. В Китае так уже все бурлит. 3% лекарства изобретено. Знаете, друзья, как станет 50%, будем уже качаться. Грубо говоря, делать зомби и так далее. Потому что это не дело. Ну, друзья, в Африке никто не болеет. Это что за говно такое? В Африке могли бы заразиться люди уж в первую очередь тоже. Там же не медицина, ничего. Прокачка климата у меня есть. То есть, собственно, болезнь должна нормально адаптироваться в климате жарком. Давайте прокачаем еще какие-нибудь умения. Передачу давайте вкачнем. Так, увеличит вероятность полезных мутаций. Нормально. Вот это вкачаем. Ну и все, 34 ДНК на всякий случай оставим. Просто, знаете, про запас, чтобы, если что, как раз сделать болезнь смертельной и выпустить зомби наружу. В Китае, смотрите, там бурлит как все. Но все равно еле заражаются. Вот и дилда. Нет, друзья... Мутировал. Лихорадка. Нормально. Ничего, пускай люди поболеют слегка. Вон в США 9 человек заражено. Вообще не заражаются. Я охереваю. Ну-ка, суки. Давай-ка нахуй. Лекарство еще прокачать. 6 очков ДНК осталось. Ну давайте. И причем, друзья, я сейчас полагаю, я сделал очередную ошибку, когда у меня не осталось очков ДНК на прокачку болезни. Прикольно. Но, тем не менее, друзья, как вы видите, уже счет опять же на миллионы перешел. То есть люди стали заражаться быстрее. Как ни крути, он в США уже болеет 10 человек, а не 3. Отменено проведение Кубка Мира. Ну, это вы зря, конечно, ребят, Кубок Мира-то отменили. Но как вам угоднее. Смотрите, ну Африка вообще не болеет. Что это за залупа такая? Вообще не заражаются люди. Знаете, сейчас надо, я не знаю, с помощью каких-нибудь птиц, куиц. Ой, 25%. Нет, друзья, надо копить очки ДНК, и потом же как ни крути, вот как ни крути, надо... О, странно, какая-то заразилась, нормально. Светобоязнь появилась у людей. Хорошо, видите, сейчас буду сидеть дома, как крыса из фильма «Я легенда». Как эти мужики-то, мутанты. Люди. Так, друзья, и вот сейчас уже скоро надо будет делать болезнь. А, собственно, смертельный. И поднимать зомби из могил. А у меня 9 очков ДНК, опять я все всрал. 10 очков ДНК, нормально. Ну-ка, подождите-ка. Симптомы. 8. Давайте этот симптом прокачаем, пускай пересрутся, суки. Сделаем болезнь заразнее. Да, люди-то все заражаются, но нужны очки ДНК. Чё-то сосамба какая-то. Опять тупо все вкачал в распространение. Распространение ни хрена не дало. И остался без очков ДНК. Вот это, друзья, весело. Вот это я понимаю. Прикол. А лекарства тоже, суки, изобретают ведь. Да, анонс-девайс специальный, который будет помогать лечиться людям. В России вообще 7 человек болеет. В чем их проблема? Я не знаю, почему люди там не заражаются, суки. Почему в России люди не заражаются? Психоз мутир. Я не знаю, знаете, сейчас... Ух ты, еще даже лекарство слегка откатилось. Все, первые смерти пошли. Хорошо.
Знаете, хоть зомби сейчас не поднимем. Сколько? 12 очков ДНК надо. У меня 4. Ну, пойдет. Друзья, лекарства стали быстро изобретать. Давай, еще 6 очков ДНК и нормально. Суки, ну люди ведь дохнут, нормально. Сейчас зомби поднимем, вылезут. Накинутся на тебя. Почему люди тут не заражаются, суки? Хитрожопые. Так. Отлично, 5 очков ДНК осталось мне. Для того, чтобы поднять зомби из могил. Гринланд даже закрыл аэропорт. Да вы издеваетесь. 240 тысяч всего сдохло. Тоже издеваетесь. Да, друзья. В США все так же 10 человек болеет. Но это уже вообще не весело. Ну а с другой стороны осталось совсем чуть-чуть. 3 очка ДНК надо. Это что такое? Тяга к укусам или частичному пожиранию собственного тела, как правило, пальцев или кожи увеличивает заразность болезни. Нет, откал полный. Ну-ка, если я умение откачу. Нет, это стоимость. 7 очков ДНК надо платить. Суки. Друзья, ну... 500 000 только сдохло людей, фактически. Нужно поднимать болезнь. Вы охренели, суки. 75% уже изобретено, да вы чё? Все люди как-то быстро, оперативно лечатся даже. 79% уже. Так. Да, отлично! Вот, сука! Давайте, зомби, поднимайтесь со своих могил. Оп! Вот, ёпт, друзья, вот так. Зомби пошли. Зомби меняют все однозначно. Лекарство свое можете в пизду теперь себе засунуть на 83%. Еще острый энцефалит мутировал. Великолепно. Вот, друзья, встали зомби из могил. Качаем особенность, чтобы они сумели передвигаться. Так, нормально теперь. И еще, знаете, чтобы они смогли взбиваться в группы. Отлично. Теперь готово активное умение. Сейчас я, сука, вам устрою, блядь. Где тут ближайшая болезнь? Вот, Саудовская Аравия, 6 зомби. Тотем людей в зомби, хорошо. Смотрите. Сейчас останавливаем. Вот отсюда, Саудовская Аравия. Знаете, куда отправим? Идите-ка вы вот сюда, товарищи. Вот так вот, заразили, сука, Африку. Судан. Судан, все, вот и всех обмудохали. Молодцы, там объединение создают, удачи вам. Я сейчас дальше распространяюсь. Вот, Судан уже подрабощается потихонечку, 95%. Засуньте свое лекарство в пизду, как я уже говорил. Хорошо. Больше людей, чем отличу. А еще сколько погибнет. Давайте к Восточной Африку передвигайтесь. Отлично. Смотрите, 5 зомби. Они все равно сейчас всех поедят. Так. Готово. Ну, готово и готово. Хорошо. Челяди. Итак, смотрите. Зомби разрушили страну Корея. Вот. Вот так вот и вам и надо. Создают объединение, миры, воюют. Хорошо. Еще куда-то летят. Что-то вы больно быстро перелетаете. Смотрите, нашествие в США. Зомби всех жрать начинают. Вот это охеренно. Вот глядите. А? Зомбаки-то вылазят. Жрать всех. Так. Где? В Австралии там нормально им живется. Ну-ка, о, Новой Гвинеи вообще люди не болеют. Смотрите, заразились. Все, вот сейчас, смотрите. Из Австралии. Ну-ка, давай, поползли зомби. Десяточка выползла на Новой Гвинеи-то, а как? Все, всех тоже жрать подряд начали. Обосрались люди? А, нет, Новой Гвинеи всех убили. Какие хитрые Новой Гвинейцы, подождите. Теперь, короче, друзья, качаем... У зомби, чтобы они, знаете, какие пули непробиваемые были, блатняцкие. Все, ДНК у меня ни хрена нету. Зря, конечно, я так сделал, потому что прикол в том, что... как так пояснить-то? У меня теперь нету очков на то, чтобы отправить зомби куда-либо. И все они сейчас сдохнут. Но, тем не менее, тотальный пиздец я им всем устроил, всему миру, потому что, как вы видите, забрал я с собой целых 1,5 миллиарда человек, друзья. 24%. Китай... Ну, в принципе, друзья, акция вполне неплохо прошла. Уничтожили Китай, Казахстан,
и Афганистан, там чуть-чуть народу осталось. В принципе, друзья, знаете, если вы хотите уничтожить Китай, так и делайте. Остальные страны, конечно, тоже потерпели небольшое фиаско, там похавали их. Но, тем не менее, люди там остались живых, а китайцев теперь нет. Все, 1.5 миллиарда. Всю азиатскую расу, считайте, китайскую вырубили. Вот, поэтому, друзья, я с вами прощаюсь, до новых встреч, с вами был Эстер. Если вы хотите в дальнейшем видеть ролики по PlayJinx, ставьте лайки, пишите об этом в комментах. И, собственно, мы будем продолжать. А я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал Игромании, пока!